Нежные рулеты из осенней свинины – очень вкусное блюдо. Особенно, когда начинка у него неизбитая и соус необычный. Насыщенный вкус, легкая пикантность – то, что нужно. Отличная идея для воскресного обеда. Яблоки для начинки берите кислых сортов, крепкие и жесткие. Режьте их не слишком мелко вместе с кожицей, чтобы они не превратились в пюре. Сами рулетики получаются очень изысканными на вкус и отлично смотрятся на праздничной столе. Нарежьте грудинку соломкой и поставьте обжариваться на средний огонь. Добавьте лук и жарьте, помешивая, до прозрачности лука. Добавьте нарезанные кубиками яблоки и прогрейте пару минут. Снимите с огня, немного посолите и поперчите по вкусу. Свиную корейку нарежьте порционными кусками и отбейте. Удобно делать это в полиэтиленовом пакете. Посолите и поперчите по вкусу. Смажьте отбитый кусок мяса горчицей, берите острые сорта. Выложите на один край ложку начинки и сверните в рулетик. Повторите со всеми отбивными. По желанию, можно обвязать рулетики нитками. Обжарьте рулетики на разогретом масле до румяной корочки. Слейте лишний жир и залейте мясо вином. Выпарите половину вина на большом огне, затем долейте полстакана кипятка, немного подсолите. Добавьте горчицу и сметану, хорошо перемешайте и тушите рулетики, изредка переворачивая, минут 20. Выньте рулетики на тарелку и сохраняйте теплыми. В соус добавьте натертое на мелкой терке овсяное печенье, классическое, без добавок. Или замените его пряником, имбирным печеньем, натуральными, без ароматизаторов. Тушите, пока соус не загустеет и печенье не растворится полностью. Готовый соус можно протереть через сито или пробить блендером, если хотите добиться полной однородности. Верните рулетики в соус, прогрейте немного и сразу подавайте.